Аномально жаркое лето подходит к концу. Буквально сегодня кунгуряки имеют последний шанс насладиться им. Столбик термометра поднимался до отметки плюс 28, плюс 30 градусов. А уже завтра, по прогнозу синоптиков, в Прикамье резко похолодает. Температура воздуха упадет до плюс 19 градусов. В большинстве районов края пройдут умеренные кратковременные дожди и грозы. Такая погода продержится до конца недели. Напомним, небывалая жара в Пермском крае в августе стала самой продолжительной за всю историю метеонаблюдений. Среднесуточная температура в отдельные дни превышала климатическую норму на 10 градусов. В столице края было поставлено сразу несколько температурных рекордов. В то же время абсолютный максимум по Прикамью был зафиксирован в Лысьве, где воздух прогрелся почти до плюс 36 градусов